В январе 2021 года в Новом городке должен начать работу реконструированный детский сад. Он создан на базе бывшего клуба «Искатель». Заместитель главы администрации Одинцовского округа Олег Дмитриев сообщил, что в настоящий момент завершается проведение дополнительной экспертизы, связанной с усилением фундамента и стен. В декабре все работы, предусмотренные контрактом, завершатся. Сегодня уже занимаемся комплектованием педагогического коллектива. Реконструированный детский сад примет детей в январе 2021 года, уточнил Олег Дмитриев.